Ну что, ребят, всех приветствую. Мы, получается, продолжаем. Получается, да, проходить The Walking Dead. И судя по заставке, что? Короче, как вы видите, это будет четвертый эпизод уже, получается, последний эпизод в данном финальном сезоне, да? Последний эпизод. Проходим скоро финал, и мне интересно, какой будет все-таки финал. Я думаю, вам тоже интересно. Ну, кто не смотрел, да, прохождение. Да, блядь. Ты не смотрел прохождение данной игры. В принципе, да? Вот. Поэтому, Саша, подобно, давайте пройдем куда-то. Например, пить эту кушать, прям чипить купить или печатать при этом просмотра. То не ложу кушать положи, потому что серия будет длинной. При этом еще раз просмотра. А, подожди еще. Ну, быстренько скажу, что ссылки в описании на все плейлисты, да, на все четыре плейлиста, там ссылки в описании, да. На все сезоны прохождения. Блять, что несу? Четыре сезона есть в данной игре, все плейлисты с прохождением полным, да, есть в описании, да, ссылочки, вот, и в верхнем правом углу на предыдущую серию есть, да, подсказочка, и на плейлист, на данный плейлист, да, и на другие там тоже сезоны, на данный сезон и на другие сезоны. Все, приятного просмотра, а мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. В предыдущих эпизодах The Walking Dead. Это Иджи говорит, слышишь? Сколько тебя помню, Клем всегда была рядом. Она научила меня быть осторожнее, тише, сильнее. Всегда целиться в голову. Осуждаем, блядь. Искупать вину, когда я делал что-то плохое. Заставлять плохих людей страдать. Я всегда слушался Клем. Всегда. Но теперь я больше думаю. Не знаю, всегда ли она бывает права. Она велела бросить ее, если ее укусят. Мне кажется, это неправильно. Мы сделали много плохого, чтобы спасти наших друзей, чтобы защитить наш дом. Когда Клем велела не стрелять в Лили, и та убила Джеймса, я разозлился. Очень. Я уже не знаю, что чувствовать. Не знаю, знает ли сама Клем. Я помню все правила. И первое правило. Мы не ходим поодиночке. Прикинь, Эй-Джей говорил не Клем. Эй-Джей говорил, а почему не Клем? Интересно очень. Потому что первым словом, я помню, говорил Ли. Типа, ну да, актер, который звучал Ли, говорил. И тут говорит Клем. Говорил Клем. А в прошлый эпизод, я не помню, кто говорил. Вот тоже Клем. А сейчас Эй-Джей, почему? Почему Эй-Джей-то? Че это такое? Блять, эта кепка для нее очень много значит для нас тоже, ребят. Шипусу, погнали! О, блядь! Эй-Джей, доверься мне. На счет три, отпусти, я поймаю тебя. Обещаешь? Обещаю. Клем, скорее. Давай, блядь! Уже стерлась кнопка, блядь, уже стерлся все эти сезоны, блядь, давай! Мне еще, блядь. И что теперь? Нужно спуститься? Этот корабль долго не поймет сюда. Оттуда можно спуститься. Сначала нужно куда-то браться.
Придется прыгать. Далеко. Знаешь, далеко, но иначе никак. Тебе придется прыгать первым. Нужно будет разбежаться. Не знаю, Клем. Ты сможешь, Эйджай. Просто беги и сразу прыгай. Ты справишься. Я справлюсь. Я справлюсь. Что мы делаем, когда мы страшно? Мы не поддаемся. Мы не позволяем себя победить. Ни за что. Давай, малой. Давай, Клим. Блин, давай, давай еще порвись, конечно. Блять, давай. Ну, я так и буду. Успел. Не запрещался, ты устал. Я тебя не оставлю. Ты мне как-то поможешь, я что-нибудь придумал, а ты бегом. Очень напряженно, ребята, очень напряженно, что-то прям, да? Начало четвертого года очень напряженно. Ты хуя? Чем, Саш, правильно? Никого не забыла? Куда ты собралась? Что? 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 Косёшь-то, блядь. Да и кратко нажимать. Последняя перестрелка с Лук Марвел. Момента мол, маска Джеймса. Я на том месте не стала. Ты возможность упустила. Я тоже могла бы тебя убить тогда в школе. Выходит, теперь мы квиты. Давай-ка спокойно сделаемся по-хорошему. Кем ты стала? Лили, которая знала, была жестокой, но не злой. Ты же то, что любишь, это не зло. Без подкрепления мои люди проиграют войну. Осуждаем. Они погибнут за тебя. Нет, наверное, они погибнут за тебя. Осуждаем. Дельта была первым местом, которое я назвал домом, после годов блужданий. После этого, не будет ничего осталось, что вернуться. Я знаю. Почему ты не напишешь историю об этом? Назови ее «Песня Лили». Может, я буду. Если есть урок здесь, это то, что ничего не останется. Ничто не вечно. Ни друзья, ни любовь, ни место, которое зовешь домом. Вся дата пойдет к прахам. Никогда бы это не забывает. Не то пропадешь сама.
Это трэш, блядь. Ну, здесь, ребята, вы уже знаете, да, по двум сериям, что вот в такие вот в этой сцене музыки не будет, потому что авторские права. Честно, смотришь как сериал, наверное. Проходишь игру, но смотришь как сериал чисто. Или как, ну, по факту сериал, потому что... Хотя нет, фильм как фильм. Как реальный фильм, ну или как сериал, не знаю. Ну, что тебе такое, как киношный, знаете. Так. Завка все равно великолепно, реально. Круто сделано. Интруха. Она во всех сезонах очень классная. Ты пока не бросил. Ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Кажется, примерно представляю. Коктейльно, что погасить бомбу, я... Where is she? Где она? Луис? Okay, Vi. Все хорошо, Ви, мы с тобой. Come on. Ты можешь видеть? I don't, just... Я не... Don't просто не пускай меня, okay? Ладно? Здесь нельзя оставаться. О, thank God, you guys made it. Нет, вы выбрались. Тут целая куча монстров. И все с каждой минуты больше. Спокойно, мы знаем, что такое будет. Violet, are your eyes up? We just have to get off this beach. Главное убраться с пляжа. What's going on?
I'll be right behind you. The second I see an opening, I'll make a break for it. Clementine, the stuff I said on the boat in the cell, I worry about that later. Я сказал, что наговорился. Будь осторожен, он сказал, да? AJ, go with them. AJ, иди с ними. Нет, I'm я сразу с тобой. Thanks, kiddo. Спасибо, малыш. Кстати, покричим. Давай. Let's go. Бесконечные стрелы, я понял, что надо делать. Clementine! Fuck you! Может, наш попал. С осадом сражаться невозможно. Бегите. О, блядь, идите в пизду! А в чём мы что забрали-то? Да это все, что ебаный, блядь. Да уж, трэш, трэш. Прям реально трэш. Надо бежать. Пещера. Придется протиснуться. Не знаю, куда надо видеть. Мы знаем, что с другой стороны ходячие. Но чего ли зорила? Пещера какая-то. Покрай этот примул, как он называется, не помню. Кишон, не примул. Покрай, блядь. Блин, как темно. Или за форест? Форест. Просто капец. Я что-нибудь придумаю. Смотрите факел. Давай, давай. Опа, камушек. Да, да, да. Кремень даже.
кристалл, нихуя. Это школа, надо тогда добраться до дома. Здесь больше хуяшеньки, да, нету? Так, дерево я вижу. Окей. Just need something to burn. Джим, ты там не видел? Видела на пляже. Ее укусили там. Значит, надо пойти в другое место, Софи. И они будут вместе. Это хорошо. Здесь так темно. Я пытаюсь что-то придумать. Не думаю, тут что-то безопасно. Народ слишком спокойно. Жалко, что нет пистолета. Скоро мы сюда выберемся. Так, хорошо, мы с ними побазарили. Ой, я не могу взять, что ли, больше? Бля, там был артефакт. Look, there's another tunnel over there. It's too far. Well, we just gotta find something to help us cross. Clem, the walkers are getting closer. Don't worry. Бояться нечего. We'll be home before you know. Мы с успехом вернемся. Подожди, здесь был артефакт. Где он? А где он? Блядь. А вон, да, вот здесь все. Вот игрушку возьмем. Черт, надо же. Скорее бы домой, чтобы я смог с ней поиграться. Да. Так, ну что, получается, нам туда и надо, да? Ну куда нет, но другого выхода у нас нет. Безумный ручей. Слишком широко не перепрыгнешь. Смотрите, из чего-то мост. Да вон, вон, древесина есть. Если выйдем, она спалит по реке и сранит между камнями, может сидеть за мост. Так, мы тебя туда перейти по одному, а потом убьем те камни. Быстрее, давайте, давайте, перебирайтесь, перебирайтесь. Давай, 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 мать, ну! Давай, 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 чуть-чуть осталось, пожалуйста, пожалуйста, игра, ну не нужно так. Жестко. Это очень жестко.
Не могу ходить, ладно. Ну, в игре не могу ходить. Куда пойдем? Тен, видишь свет в конце? Хоть одного прохода. Эй-Джей, ты как? Эй-Джей, пожалуйста. Эй-Джей, нам нельзя оставаться. Потом нет ничего. Это уже не Джеймс. Он смотрел прямо на меня. Глаза были пустые. После смерти нет ничего. Nothing but empty eyes. AJ, я знаю, что он был твоим другом, AJ. Я знаю, что это жалко. Так не говоришь, что тебе жаль. Okay. Ладно. Что за мной потерять друга? Everything is just wrong. Like something spilled on the floor and you just can't get it back. James's death is not on me. Джеймса. I made the call. And Lily is the one who stabbed him. And me. It's on me too. И я. Я тоже на тебя. Хватит. James shouldn't have been there. Джеймс там вообще не должно было быть. None of this was supposed to happen. Ничего не должно было случиться. Что? У меня голова от таких мыслей. It's okay. Запутался, это нормально. Ты говоришь, что нельзя быть мягким, но поступаешь так, что у меня мозги путаются. Быть сильным, быть смелым, если кто хочет наступить, стрелять ему прямо в голову, осуждаю. Эй-Джей, я сказал нам все о лодке, но ты все равно дал ему превратиться в монстра, хотя это было очень жестоко. Да, это не убийство, но это еще хуже. Ты его сигареты сжигла, и ты так сильно стукнул головой о стол. Эй-Джей, пожалуйста, хватит. Прости. Я просто боюсь, что тебя кто-то отнимет у меня. Разве ты этого не боишься? Слышь, малыш, смерти все боятся от того, что после нее. Особенно, если там ничего. Я хочу верить людей, которым мы дороги, Клем. Я должен убить любого, кто пытается их забрать. Нет, не должен. Я думаю, когда ты была маленькой, ты означала что-то другое в том мире, которого уже нет. Давайте, Эй-Джей. Убийство — это убийство, и больше ничего. Жизнь человека бесценна. Нет, еда очень ценна. Патроны тоже. Они помогают выживать, а вот плохие люди, которым все портят, нам не нужны. Ты еще слишком мало, не можешь понять. Ты просто ребенок. Ты тоже. Я знаю, что ты хочешь быть взрослым для всех нас, но ты тоже только ребенок. Но ты боишься так же, как другие дети. Так что я тебе помогу. Ты сказал, что все пожарные полицейские умерли. Значит, я буду новым пожарным. Даже если у меня не все получится. Все, что нужно делать, это убивать плохих людей, которые вредят хорошим. Но это у меня хорошо получается, осуждаю. Я такой жизнь хочу для тебя, Эй-Джей. Я слишком тебя люблю и чувствую, что теряю, что в тебе все больше жестокости и злости, что ты заблудился. Не надо за меня бояться. Я до такого не доведу. Мне нужно, чтобы ты мне верила, Клем. Верила, что я смогу отличить хороших людей от плохих.
that I know when to use my gun. Я знаю, когда надо стрелять. And that you'll let me decide for myself. И что я смогу сам за себя решать. I don't think you're ready. Ты готов, Эйджи? Ты слишком маленький. You don't trust me. Я не могу доверять тебе такие решения. You can't. Не можешь доверять? Или не будешь? Ну, не можешь или не будешь? Я растил тебя с самого рождения, Эйджи. Судя по всему, заниматься мне этим еще очень долго. Окей. Да, что-то малой, да. Как-то прихуел чуть-чуть. Да, это выход. Пошли. Так, секундочку, ребят. О, блядь. Так, наверное, будет лучше, да? Продолжаем. Но он еще малой просто, он, блядь. Ну, плюс еще мы, конечно, чуть-чуть не тот выбор выбирали, да, но я старался делать все очень, так сказать, мягко, чтобы на нем это жестко не отразилось. Что он начал регионом сказать, что он будет смотреть за нашими поступками и делать. Блядь, пример. Джей ищет вашего одобрения превыше всего. Вы поколебали свою уверенность в себе. Все чисто. Если берег той стороне, то наша школа наверное там. Сэм Сим был третьим. Huh? Угу. Когда я же был Марлона, вы уже знаете, что мы с вами платили за то, чтобы вы остались. Сэм был третьим голосом. Соп, тогда Омар голосовал против? И Руби тоже? Ну, да. What made you think of that? Почему ты об этом вспомнил? Ася сказал, что вы умеете выживать. Он сразу понял, что с вами в школе будет безопаснее. Я проголосовал, потому что вы мне понравились, но его причина лучше. Я просто подумал, что вы должны знать. Ася был прав, с вами было безопаснее. Мы были более страшны, чем вы открыли, когда вы встретили нас. Кем плохим не был Марлон, он спас нас с Джеем, а ты поставил меня на ноги. Мы были у вас в долгу. Может быть, не все-таки. Если Марлон бы все еще был бы главным, у нас бы у всех давно чё. Вместо этого мы дали отпор, потому что ты нас этому научила. Марлон, мы не были в безопасности, даже в его безопасной зоне, мы просто прятались. Луис! You're not dead. That's good. Время, хорошо. Did everyone else escape? Все остальные тоже сбежали. Damn right. Ничего как, они забрали телегу, ломались обратно к школе. But you came to look for us. А ты пошел нас искать. Never would have forgiven myself. Никогда не простил себя, если бы не пошел.
все позади Клем. Рейдеров нет. Наши выбрались живыми. Руби сказал, что глаза Вайлетт не заряжены. Еще одна хорошая новость. Все будут ждать нас дома. Есть идея, где он, этот дом? Давненько тут не был. Кажется, где-то здесь есть мост, в той стороне. Это самый короткий путь. Тогда пошли. Как рука? Боль адская. Ногу будет намного хуже. Сначала будет непривычно. Будешь смотреть на свою руку, пугаться, что пальца больше нет, но это пройдет. Я потребовал крайне на мизинцах, но... Да. Подъебал. Ну что ты, не злись. Was that your first? Yeah. My first. It feels like bile, but not quite, you know? Let's get out of this first, okay? There'll be plenty of time to talk about it when we get home. I don't think I'll have to. And I'm done kicking things down the road. Having a home means defending it. Yeah. Yeah, it does. Я просто думал, что мы умрем там на лодке. Таким людям мне в голову лезут самые тупые мысли. Моя черепашка Джей, номер только Бауэр, словно которого я проиграл конкурс про право писания в 4 классе, рекомендации. Тупейшие вещи. Что-то новое в этот раз? Дают мои родители дом. Я умолял отца сделать прозрачную крышу. Умолял, пожалуйста, если ты правда меня любишь. Нет, но определенно не прошел. Мы заключили сделку. Я получил одни пятерки, а он поставил сайт прозрачную крышу. И ты только теперь вспомнил про эту крышу? Им так и не удалось застроить дом. Я даже не знаю, какого цвета он должен был быть. Какой цвет ты сам хотел бы? Может быть, фиолетовый? Твой любимый цвет? Да нет, просто фиолетовых домов раз-два и обчелся. Почему бы не выпендриться? Наверное, я тебя и не ожидала. Не ожидала. А как же? Да, сложно было читать диалоги эти. Окей. Так хорошо, то я потихоньку наклевывается. Сколько в нем этажей? Even number? Odd? How many? Больше нового не нужно. Я вырос в двухэтажном доме. Ступеньки быстро набегают. Вишеновый этаж один. Все равно я всегда считался довольно приземленным человеком. Да, блядь. Ну ладно. Получается вполне приличный дом. В таком я могу пожить. Только нужна вишенка на торте. Последний штрих, который вдохнет жизнь в шедевр. Ну же. How are your grades? Yeah, как, и как ты учился? Been straight A's. У меня были одни пятерки. Значит, мы сделаем подарочную крышу. Thanks, Dad. Спасибо, пап. Сюда, пожалуйста, weirdo. Чудик. Хорош, блядь. Как вернуть в школу, построим этот дом. Думаешь, мы сможем? Really очень надеюсь, что сможем. А мне можно помочь? Конечно, можно. Ты у нас сейчас за живопись. Давай, нам еще дом строить. Надо было спросить у него. Ну, чисто такая подъебочка была, подъебочка чисто. Бать, уже сколько?
Чё-то 40 минут прошу, пролетели вообще незаметно. Хорошо, спеши, но не надо только идти вперед. Это наоборот хорошо, ребят. Значит, очень увлечен этой игрой. Значит, игра очень интересная, скажем так. Видите, мост, давай перейдем. Не, подожди, дверь можно открыть? Там какие-то, я уверен, есть артефакты, нет? Нет, ну ладно. Как-то далеко. Очень далеко. Но мы сможем перепрыгнуть. Yeah, да, кажется, все должно получиться.